рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать замечательный вот такой наборчик для новорожденного. Он у меня от 0 до 3 месяцев. В зависимости от выбранного цвета вы можете варьировать для мальчика, либо для девочки. У меня, как вы видите, для мальчика. Состоит наборчик из пинеточек, шапочки и жилеточки. Все очень максимально удобно и практично. Пинеточки у меня фиксируются ленточками на ножке. Жилеточка одевается очень удобно благодаря пуговичкам, застежечкам на боковых частях. И, конечно же, шапочка. Шапочку можно было бы сделать и с завязочками. Но, честно говоря, так как это очень маленький размерчик, то мне захотелось чего-то такого нежного, аккуратного. Как вы видите, шапочка у меня бесшовная. Вяжется она как шапочка с пичи, только я ее сделала, скажем так, закрытие петелек трикотажным шовчиком. Поэтому она благодаря, скажем так, трикотажному шву не имеет шва, только лишь видно, где начало, конец вязания, буквально немножечко на отвороте. Все остальное, как вы видите, очень удобно и практично. Данная шапочка видео есть шапочка с пичи, поэтому ссылочку на нее я оставлю под этим видео, смотрите ниже. Жилеточка, также я вам оставлю ссылочку на жилеточку, тоже смотрите ниже под этим видео. Я вам расскажу и покажу, как связать жилеточку от 0 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев и как связать на любой другой размерчик. И, конечно же, пинеточки. На пинеточки я также оставлю ссылочку, смотрите ниже под этим видео. Я связала, скажем так, исходя из толщины ниточки от 0 до 3 месяцев наборчик. Если взять ниточки потолще, даже при таких же самых, скажем так, размерах, скажем, замерах и вязании, получится у вас размер от 3 до 6 месяцев. То есть, если вы, к примеру, возьмете не Минти Ланоса, а Лану Голд, к примеру, 240 метров, 100 граммов, то, соответственно, у вас получится размерчик благодаря толщине нити немножечко побольше. На весь наборчик у меня ушел всего лишь один моточек пряжи. То есть вы представляете, что вот он, моточек пряжи 315 метров в 100 граммах Ланоса Минти. Соответственно, получилась с него шапочка, пинеточки и жилеточка. И остался буквально 1 метр ниточки. То есть вот на все про все ушел моточек. Очень, скажем так, экономная пряжа, очень аккуратно ложится в вязании ровными петелечками. Я вязала полностью весь наборчик этой пряжей и спицами номер 3. То есть как жилеточку, как шапочку, так и пинеточки. Если вам понравилось, не забудьте лайкнуть. Переходите по ссылочкам на мой канал, там, где можете связать любую из, скажем так, изделий. Можете связать точно так же, соединить наборчиком данное изделие, если будете вязать из одной пряжи. И однотипно, скажем так. Вот. И не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Делитесь с друзьями моими видео. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.